Если бы у вас была сейчас возможность решить одну любую проблему нашего города, что бы это была за проблема? Дороги почистить. Дороги, дворовые площадки, детские площадки и стоянки машин. Да вроде они уже решают, он дороги чистит. Ну а что больше? Освещение хорошее. Проблема нашего города – это частичка проблемы страны всей. Так что, так сказать, это глобальный вопрос. Может быть, по уборке что-то, не знаю, может быть, жильем обеспечить всех людей нуждающихся. Можно получше чистить дороги, потому что мы гуляем с коляской с маленьким ребенком, очень неудобно. Ну, я сам как спортсмен, очень нуждаемся, в принципе, в спортивном хорошем комплексе, чтобы он был большой, просторный, бесплатно секции проводились, чтобы тренеров хороших приглашали, они у нас и так, в принципе, в городе самые лучшие. Детских площадок в городе побольше, хотя тут в последнее время все чаще и чаще начинают их строить, все больше, очень хорошие. А в принципе, ну так вроде в городе все есть. Ну, наверное, сейчас уборка снега актуальна. Да, и гололед. Дороги ремонтировали еще. Ну а так вообще-то хотелось бы, чтобы город стал еще красивее. Чтобы подросткам было где собираться. У нас и так все хорошо. Ну, такой человек, что у меня нет проблем. То есть вас все устраивает? Почти. Ну а что не устраивает? Ну, что не устраивает? Возраст не устраивает, я хотел бы быть помоложе. Ну, а в городе? В городе? Да все нормально. У нас город прекрасный, великолепный. Самая главная проблема, чтобы была хорошая зарплата и стабильная. Вот и все. Это моя главная проблема. Спасибо. Наверное, как и многих.